Депутаты Совета депутатов от фракции «Единая Россия» встретились с волонтерами и активистами Старого Городка и обсудили благоустройство территории вокруг местного пруда. Водоем находится на границе Кубинского и Никольского теруправлений и является любимым местом отдыха жителей. Поэтому они высказали пожелание привести его в порядок и оборудовать зону для пляжного отдыха. Начальник теруправления Кубинка, член политсовета Евгений Степаненко и Ирина Варфоломеева, заместитель начальника ТУ «Никольская», пообещали проработать возможность создания парковой зоны вокруг Старогородковского пруда.